Всем привет! Сегодня у меня очень классная новость, вернее, я хочу вам сейчас рассказать. Неделю назад мне позвонили, я была как раз в школе, и мне позвонили с офиса и сказали: «Здравствуйте, Мария, вы проходили кастинг, и мы хотим вас предупредить и сказать, что уже съемки начались, и ваша роль будет сниматься тогда-то, тогда-то». В понедельник сказали приехать и одежду померить. Сейчас у нас понедельник, я уже приехала опять в офис. Может, вы помните. Короче, я здесь была перед Украиной. Кастинг проходила. Поэтому сейчас я иду мерить одежду. Приехала я после школы, и вот такая теперь. Ух, ну все, пойдемте. Если получится, я вам сейчас покажу. А если не получится, то уже увидимся завтра. Вот у нас такие одежки. Исторический же фильм. Не знаю, какой там будет показывать сезон, года, лето или что. Тут проходят съемки. И вот роли. И вот все. Найдите меня. Найдите меня. Я себя вижу в красненьком. Вот такие тапочки делают. Ух ты, они прям с коры из дерева. Класс, они прям такие мокренькие. Их, наверное, держали в воде долго, чтобы они мягкие были. Короче, вот я уже столько намерила, меня столько поодевали одежку. Вот, короче, тут у меня юбка есть, рубашка и мое ведерочко. Мы уже переоделись и уже выбрались, сели по машинам. У нас всего едет 4 машины, и мы едем в таком красивом лесу. Это так классно, уже едем где-то час, нам еще минут 20. Здесь такая красивая природа, мы едем на озеро. Сейчас погода такая сырая, ну, смотрите, какая красота. Ура! Наконец-то! Смотрите, какая красота! Озеро! Так, паркуем машинку. У-у-у! Класс! Я там сейчас буду, роль у меня будет заходить в воду. Все, выходим с машины, выпадаем. Наверху они. Я ему ждать порву, лучше не надо. Ну надо это. Вау, вы только посмотрите на этого мачо. Покажите, снимите очки, покажитесь, кто вы. Да, приятно познакомиться, но вы самое главное посмотрите на этот прикид. А я Алёнушка, видите? Ой, какая Алёнушка. В такой красоте, даже в таком лесу красивом. Даже культурный туалет есть. Для мальчиков и для девочек. И карта, как куда пройти. Это все наши актеры. Такие красивые. Это 18 век. Здравствуйте. Вот и наша заветная речечка. Ой, мамочки, тут так холодно. Я уже вообще себе кофту надела. Потому что я так уже замерзла. Реально замерзла. Но я буду играть такую роль, и мне надо будет вообще, ну, без кофты своей, конечно же. Я одела, и мне режиссер говорит: ты трогала воду уже? А я: нет, он: вот иди потрогай, потому что моя роль... Короче, вы все увидите. До мая будут съемки, а уже летом выйдет премьера в Европе. Сейчас мы потрогаем водичку. Ой, мамочки. А-а-а!
и совсем не холодная. Я думала, будет вообще морозилка. Такая тепленькая. Сюда съемки уже начинаются. Только что меня сняли. Вон камера стоит. Микрофон. Здесь вот такая камера, которая ползает. Ой, класс, как интересно. Очень хорошо стабилизация стоит. Вот даже. Можно смотреть. Ой, вот люди. Такое же качество крутое. Такое супер классное. Историческое. Реально. Поехали. Они должны что делать? А по одному они будут подходить? Они что делают? Вот смотришь? Кадр, просто она подошла, она ушла всем. Вот мой кадр. Солнце и рука, она подходит. Да. У меня красивый кадр, рука. What are they doing in the back? Они, да, под... они стоят, да, стоят, смотрят, поехали. Следующий. Еще раз. Чуть-чуть поменяем, чуть-чуть. Поехали. Крестились все, и на колени, лицом до земли. Сняли? Так мы сейчас выставляем. Давай, Борис, 56 меняем. Окей, кто этот guy? Он будет играть роль? Кто? Нет. Okay. Дима. Давай, завязывай дальше вот туда, вот в сторону, потому что здесь две камеры стоят. Дальше туда. Сейчас. Стоп! Назад! Готовы? Поехали! Лариса, поехали! Ты эту книгу открываешь. Вот эту книгу ты открываешь. Готовы? Поехали. Open the book. That's a great thing. Okay. Well. Okay. Let's start now. Открывай книгу и ложи. Все, да. Все идут по этой дорожке, и потом мы переходим на берег. Куда пойдем? Да, вот уже куда-то идти надо. Да.
Садись, садись, Дима, смотри сюда. Ребята, берите то, что у вас есть. Unless Andrew wants a specific channel with them. Витя, не снимайте деревья. Кусты не снимай. Вы продолжаете тот кадр, который мы снимали там. Первый самый. Вы продолжаете самый первый кадр. Поехали. Одну кусты, она может быть даже сухая. Знаешь, чтобы с той стороны смотрелось. Вот, а потом, когда ты будешь там с этим заниматься, ну короче, будешь слушать, Андрей по тебе будет говорить здесь. Я пошел туда уже. Да, ребята, мне нужно будет полное внимание, Дима, чтобы ты никого не отвлекал. Потому что я буду орать с того берега вам сюда, чтобы... Люда, вся надежда на тебя. Только скажи, что делать. Командовать. Когда пойдет говорить, ты эту свою рубашку, вот то, что ты стираешь, отжала, встала и смотришь на него. Не поворачивайся спиной, мы снимаем тебя с того берега, но смотришь на него, что он делает. Да, ты, когда ты будешь стирать, чтобы у тебя коса болталась, да, впереди, ну, нормально будет, да. А ты хорошо завязал? Да, все хорошо. Нормально. Взял? И кончик мочила чуть-чуть. Очень натурально. Да. И поза так делала. Она да, вот так. Да. Уже постиранные, типа софт. Они 100% узнают, что это богоискание славянских народов. Сразу. И говорит, что да, прям так. Да, ты свою роль выполняешь. Я смотрю, что ты просто... Ты родилась для этой роли. Ты родилась для этого. Честно сказать, ни слова ж нету. Хочу слова, а не выходит просто. Я смотрю на тебя просто везде. Мне еще холодно. А где у нас мешки, в каком ведре? В большом или маленьком? Мешки? Они чуть разбросаны, не везде. Ну вот выясни. Вот эти мешки должны у нас быть как на second take. Ли давал. Вперед, выясни. Андрей, у него есть это walkie-talk, да? Да. Все, пока. Это я уже сейчас снимаю свои лосины. Потому что сейчас моя роль будет в воде. Но мне надо уже вещи поразвешивать. Ладно, я пошла, потому что с того берега буду сейчас снимать меня. Я там буду главную роль. Жена моя, может, пожалуйста, меня помыть? Да. Постираю с удовольствием. Да, я, кстати, буду стирать вещи. А у меня здесь это пятно, она что-то не выходит, не знаю. Ой, наверное, конфеты ел, когда ее не видела. Да, я не люблю делиться конфетами, потому что говорят, что плохо слипнет. Попа слипнет? А я этого не говорил. Случае. Ладно, я постираю. Ой, спасибо большое. Пожалуйста. Пока. Окунаю. Спасибо, жена моя. Пока, любимый. Я больше разделся, но птица на меня смотрит, чтобы я голый. Да. Не надо. Воздержись. Да. Я и так тебя унижу. Я не... Да. Это... Ты очень искренне, теперь я потерян словами. Что мне сказать? Хорошо, буду краснеть. Скоро увидимся. Я.
интересно, я сейчас так гляну. А какие в те дни были ночные смены работы? А сейчас, может быть, секьюрити или там кем-то дальше. Где платье, скажите мне. А ты не с огурцами? С огурцами чай не пьешь? Пью. Он полезный. Я больше с помидорами. Можно огурцы пить, можно их на глаза ложить. Серьезно? Да, никогда не видела? Только с огурцами. С помидорами. Да. Я лично этого не делаю. Я пью огуречный чай. А с яйцом пробовал? Не, еще нужно пробовать. Я слышал, это деликатес в Китае. Снимаем твой кадр. Полная тишина. Дамы, полная тишина. Возьмем. Да. Кто-нибудь ближе стоял? Да. Иди сюда, извлекай. А? Я на тебя смотрела. Давай. Куда смотришь? Не помнишь, не варишь. Нет! Я уже отсняла свое. Сейчас еще один кадр будет в воде также. Съемочная группа. Короче, съемки у нас везде. И там съемки. Я сейчас вам покажу. И там съемки. И я съемки веду. И все везде. Короче, очень здорово. Я так замерзла, потому что у меня съемка была в воде. Короче, я чуть-чуть замерзла, и вот поэтому пришла. Вот с босыми ножками. На асфальт, именно там, где территория солнышко есть. Держи листик. Смотри, какой стороной. Печатной стороной. Вот так? Без разницы. Что намочи. Его сделать ближе еще кадр. Так, секунду, мог. Вот сейчас его ложи. Хорошо.
Это, кстати, ноты. Сейчас. Ну, тут еще написано ечо, да, ероже. Слова с нотами. Божия Матери Ангельский собор радуется тогда, что с нужды тела милосердием же своему розсвоїмо, клона ему по утробу дыбы Богу отробу. Смотри, давай три листика вот так. А листочки молодцы, даже не размываются. Хорошее качество. Вот. Короче, я сегодня узнала, что я могу читать по-латынскому. Ура! Сегодняшний день закончился. Съемочный. Вообще, съемочный день супер закончился. Сегодняшний день супер классный. Я вот в таком наряде сейчас все опущу. Буду греться, пока буду идти. И все, мы с вами поедем домой. Вот это опыт, круто! Все, если вам понравилось видео, не забудьте поставить пальчик вверх. Подписаться на мой канал всего и побольше. И у вас все будет хорошо. Всем пока-пока. Увидимся в следующем новом видео. Пока!